Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть Mutant Fighting Cup 2. Что ж, наш волк, рогатый носорог уже готов, сразу же приступаем, наверное, к нашему бою, к нашему чемпионату. И мы прошли уже в прошлых сериях, уже получается, сразиться с другими игроками в PvP в режиме попробуем. У нас еще осталось несколько чемпионатов, и походу здесь их довольно много. Мы прошли 3 чемпионата, в общем-то, у нас впереди есть еще один чемпионатик. Это у нас получается, будем биться против терьеров, что ли, бойцов и терьер 5 уровня. Походу я... Давайте попробуем, он 5 уровня, по-моему, он даже мощнее нас, да, получается, ребят. Поглядим. Рогатый носорог и бойцовый терьер сойдутся на одном ринге. Так, что же, кто кого заместит? Ребят, если вам нравится Mutant Fighting 2, обязательно ставьте лайк. Обязательно. Игрушка довольно прикольная, мне очень-очень нравится. Так, это у нас что такое? Эффект защиты, ага, так, подожди, давай попробуем. Ну, окей, давай еще лапой его болтанем немного. Так, бойцовый терьер у нас накладывает, значит, яд на нас. Какой он дерзкий-то, а? Слушай, какой он дерзкий-то, чувачок-то, а? Попался-то нам. Так, ладно, постой, накладывает эффект лечения на 3 хода. Ну, как бы нам сделать-то, а? Ну, давай эффект лечения тогда что сделаем. Эффект лечения, пока ничего такого хорошего не падает нам, но, тем не менее, мы пока держимся, присматриваемся друг к другу, так вот, смотрим на бойцового терьера и глядим, что у нас он сейчас может вытворить. Так, это у нас получается сильный укус зубами, наносит средний урон. Ну, давайте мы его куснем немножко, давайте мы его куснем как следует. А, так вот, да, да. И, по-моему, сейчас на нас тоже будет атака, да? Да. Ну, мы еще и ядом он нас полоцанул, но мы немножко подлечились. Это хорошо. Так, вот это вот мне нравится. Это у нас стан на врага накладываем. И 50% защиты тоже на нас будет наложено сейчас от урона. И накладываем стан на бойцового терьера. Это круто. Надо наложить на него станчики и посмотрим какие-нибудь удары. Может быть, сейчас у нас есть, кстати, сильный укус с зубами. Давай мы его грызанем немного. Вот так вот, да. Да, неплохо, неплохо. Блин, у него же... Ах ты гад, а. Так, давайте еще, наверное, стан на него наложим. Это у нас стан или нет? Эффект защиты 45% на 3 хода. Не очень-то хорошо, конечно же. Ну, давайте, давайте. Давайте сделаем, окей. Надо его мочить. Потихонечку поглядите на него, он тоже отбивается. И наш удар тоже наносит нам немножко повреждения, так как у него наложена особенно магия такая, да. А это у нас получается еще броньку можно наложить. Можно задними ногами его полосануть, а? Так вот, да. Немножечко, нужно слить его, хорошенечко слить. Так, опять яд он на нас накладывает. Да что ж ты будешь делать, бойцовый терьер? Ты что? Ты что творишь-то вообще, а? Нас яд наложил. Ну, вылечиться, конечно же, можно. Можно попробовать. Давайте я еще сейчас мотану вот сюда. Может быть, нам лечение, ребята. Будем делать лечение, иначе мы сдохнем. Иначе мы можем умереть. Он тоже, кстати, лечится. Наносит атаку. 17 у нас повреждения, ядом 9. И вылечиваемся на 11. В принципе, практически остались при тех же позициях. И у нас есть замечательный удар с лечением. Получается, мы нанесли ударчик. Ты смотри, он как подлечился-то, а? Нехило. Так, держимся. Приблизительно у нас на равных сейчас идет возня. О, замечательный. Я так хотел этот удар нанести со станом, который у нас прям вообще шикарный, просто обалденный. Так, притом еще подлечились. Еще раз бьем. Великолепно. Прям вообще хорошо пошло. Еще стан на него накладываем. Он ничего не может сделать. И мы можем, конечно же, его еще очень сильно куснуть, например. И 41 практически заметили. Так, он удваивает, усиливает свою атаку, да? Мне кажется, надо его добивать, да и не париться, да? Вау, критануло при том еще! Критануло, просто порвали его, обалденно. Так, идем дальше. Следующий, Мухонок против нас будет 5 уровня. У нас открылись какие-то гены. Гены на атаку открылись, давайте заходим сюда. Атака. Подожди, я же сюда зашел. Подожди, какая у нас атака-то еще открыта? Челюсти у нас есть. Здесь у нас куриные лапы есть. Что еще-то здесь не открыто-то, я не понимаю. А, у нас, может, очков каких-то не хватает. Вот эта штука, длинные когти. Вот еще что.
Что-то прям ее даже сразу не заметил. Увеличение параметров атака 2. Активная способность у нас какая-то будет открывается. Ну, отлично. Что ж, когти, само то. Само то. Ого-го. Так, когтяры будут у нас просто великолепные. Я думаю, мы будем... Толстый пузырин мы называемся. Как-то очень странное название здесь. Рандомно они сами как-то генерируются. Это нормально. Против Муханога. Ну что, давайте посмотрим. Толстый пузырь и... Муханог! Ох ты! Какой он потешный, блин. Он даже странный какой-то, я не знаю. У него похожи ноги на какого-то... Я не знаю, действительно, как у мухи, да. Что-то странное. Мне кажется, ему вообще неудобно ходить даже. Давайте сразу мы сходу ему двойную атаку. Задних лап ему. Бам! По печени. Так, отлично. Вот смотрите, что творит. Он накладывает, значит, на себя вот такую вот штуку. То есть будем когда мы будем по нему бить, будет на нам это, по нам это отражаться, да? Так, ладно. Еще накладывает на себя. Атаку увеличивает себе, да? Замудренный чувак, а мы то же самое сделаем сейчас, между прочим. Мы сейчас наложим на себя защиту, как бы, да? Ух ты, яд он у нас кидает, смотри. Так, мне кажется, нужно сейчас сохранять бронечку. Бронька должна... О, нормально, давайте мы сейчас атакуем его и подлечимся одновременно. Так, здорово. Слили немножечко, ой-ой-ой-ой-ой, ну блокировали удар, слава богу. Была неплохая атака и яд, нам нужно лечение. Давайте опять удар у нас с лечением выпадает, это очень хорошо. Это очень прекрасно, потому что нам еще нужно от яда еще лечиться при этом. Муханог уже начинает немножко сливаться, но еще не все. О, у нас есть железные шрамы, сильный укус зубами и накладывает эффект отравления, прекрасно. Давай! И отравление на него накинули. Смотрите, ядом еще. Слушайте, в прошлом году он тоже был, я что-то его не сразу заметил. Не сразу понял это всю фишку. Так, давай-ка мы поменяем еще. Ну ладно, что нам остается лишь только атаковать его. Давайте будем атаковать. У него еще яд, кстати. Но у него еще лечение есть при этом, да? 20-шка лечения и 23 яда. В принципе, уходит Муханог в минуса. Потихонечку. Так, это у нас получается стан. Давайте на себя броньку наложим и стан на врага, чтобы он не двигался, пока мы не найдем сейчас какую-нибудь замечательную атаку, чтобы нам его совершенно точно уже слить. Муханог у нас терпит поражение. Давай, Муханог, сдувайся уже. О, накладывает на нас яд. Зачем? Зачем ты это делаешь? Ты уже все, ты уже слился практически. Окей. Ну давай, добьем уже тебя, мерзавец-то, а? 29 у меня жизни осталось. Еще яд накладывает! Два яда наложил на меня. Вот ты дерзкий-то вообще. Посмотрите, что он творит. Нам нужно срочно лечиться. Накладывает эффект лечения на... Так, это на 50%, да? Давайте, ребята, я что-нибудь попробую. О, у нас что-то новенькое есть. Наносит средний урон когтями. Средний урон когтями ни разу не пробовали. Ну давайте попробуем, друзья. Просто для эксперимента. Если мы сейчас сдохнем. Нет, мы выиграли, прекрасно. Ну что, когтями неплохо он бьет. Довольно хорошо, что мы отрастили себе когти. Это круто. Муха-пес против нас будет следующий. Ждем. Так, гены. Гены у нас здесь есть по восстановлению, да? Это у нас что-то вот, по-моему, вот это, да? Защитный пузырь, увеличение параметров лечения на 4. Прекрасно. Это у нас что? Так, погоди. Вот у нас что появилось. Я что-то пока путаюсь. Так, это вот эта вот, да, штука. Но нам что-то не хватает. Нам не хватает сейчас... Анимп, увеличение параметров лечения можно сделать, можно поставить увеличение параметров лечения плюс 5 активная способность. А это что у нас будет? Это просто такая, типа, увеличение параметров лечения, просто нимб будет над собакой, да? И все. Кстати, вот увеличение параметров лечения, еще булава может быть у нас быть. Короче, я даже не знаю, что и выбрать, вообще даже без понятия, не знаю, что мне сделать, а вот это что такое? Мы, наверное, может быть, нимб давать попробуем, будет, наверное, прикольно. Не знаю, что это бы значило, но, короче, увеличение параметров лечения. Здесь на 8, здесь на 8, одинаково получается. Окей, делаем нимб. И... О, да, он будет как бы духовно высокий наш порезанный питбуль.
Погнали. Так, против мухопёса. Ну что, сразимся, порез на питбуль и мухопёс. Ой, мухопёс, посмотрите, он превращается... Этот пес превращается в муху. Походу мы будем биться с мухой. Мне что-то такое ощущение, что босс будет, должен быть мухой. Ну, вроде как так, он превращается прямо в муху у нас на глазах. Так, первый нанесли удар, наложили стан на муху. А также мы сейчас... Какой урон будет нам наносить этот товарищ, такой же будет и получать себе. Да, эффект отражения урона на 75% на 3 хода. Давайте еще такую штуку сделаем, двойную вот так вот замутим. Интересно, что будет. Так, он тоже такую же сделал, да? Так, поглядим. Но яд продолжает работать, ребята, яд продолжает работать. Я предлагаю сейчас стан наложить на врага и обеспечить себе еще бронечку. Вот так вот прямо хорошо будет. И сейчас нужно атаковать очень сильно и мощно. А также нужно подлечиться очень сильно, капитально просто так. Вот, хороший удар сейчас будет, просто великолепный. 46 и с ядом, вот так вот тебе, мерзавец. Оу, ничего себе, посмотрите, он нанес мне 9, а сам получил себе 12 урона. То есть получается, ему не стоило меня бить вообще. Так. Делаем тогда, ну, ударчик обыкновенный. Обыкновенный, бам, с ноги вот так вот. Нам нужно подумать о лечении. Как бы нам сейчас вылечиться. Порез нашего питбуля нужно подлечить, а это однозначно. Так, еще бьем. Накладываю на него яд. Так, великолепно. Он лечится, но яд тоже наносит урон ему даже больше, чем он вылечился. Нифига себе, 51 он вылечил. Жесткий парень-то, а, мухопес. Мухопес еще тот, товарищ. Давай, дружище, мухопес, уже пора тебе на тот свет. Так, погоди. А что же еще можно сделать-то? Можно, конечно же, двойную еще наложить, чтобы он прям вообще не отбился от нас. И если он ударит по нам, то ему будет очень-очень плохо. Так, сколько у него отнялось даже больше, чем у нас. Смотрите. А, жесть. Так, хорошо. Вот это хорошая у нас защита, прям просто великолепная. Я предлагаю сейчас просто заняться лечением. Можно нам вылечиться? Мгновенно слабое лечение. А это у нас что? Лечение, слабое моментальное лечение. Какое бы нам лучше-то выбрать, а? А может когтями его полосануть, а? Давайте когтями. Я люблю когтями. Ач! Мы недавно их прокачали, нужно бы как-то использовать. Если ты по нам ударишь, ты умрешь. Походу так, нет? Смотрите, у него вообще жизни практически не осталось. Надо его добивать. Надо просто его добить и все, чтобы он не маялся. Все, мухопес слит. Прекрасно, мы идем дальше к шестому уровню. Великолепно. Так, следующее, летучая жало. Летучая жало, у нас есть какие-нибудь возможности в лаборатории как-то нам прокачаться? В магазине что-нибудь есть интересное? Так, в магазине у нас вот это что такое? Это усилитель иголок, отражение урона 70%. Так, дополнительный скилл-слот добавляет один дополнительный слот для выбора способности. 2500 стоит, надо бы покопить на это дело, может быть, это будет очень крутая и полезная штука. Окей, так, пока мы ничего вроде как взять мы не можем, да, новое. Не хватает у нас пока параметров, и погнали дальше биться с летучее жало против нас. Это практически зам босса будет. Летучая жало, посмотрите, у него крылья появились. Ну точно, нам придется биться против, черт возьми, мухи какой-то, да, в дальнейшем. Так, сразу же наносим 51 ему урона и ядом на него тоже накладываем. У него здоровье, кстати, больше, чем у нас, ребят. Подчеркиваю, что у него здоровье было 280, поэтому нам придется очень сильно против него постараться. Прям бодаться нужно будет на полную катушку. Так, друг на друга мы накладываем яд и... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а он подлечивается, и у нас очень сложная сейчас задача. Сильный укус зубами, но средний урон. А как бы мне сейчас... давайте когтями его полосанем немного, а? Ах, когтями 38. Практически у него половина здоровья было, но сейчас он ставит себе лечение. И... О, двойной, давай. Двойной ногами. Вот так. Вот, кстати, можно было, наверное, яд на него наложить. Лучше было, конечно, бы куснуть его с ядом. Вот так было бы, наверное, бы круче. У нас еще, кстати, есть два таких хода. Давай. Грызем и яд накладываем на тебя.
47-67, у него сейчас здоровьишко, 45 здоровья становится. Ему осталось немного, ему нужно задуматься о том, чтобы не умереть сейчас, потому что посмотрите, сколько мы яда на него накидали. 2 яда на нем висит сейчас. Получается, 1 и 2. И у него остается 3 здоровья, 3 всего лишь. Ну, маленький укусик, и он готов. Все, слили. Летучая жало просто вообще изи. Зам-босса. Мы его уничтожаем, разрываем на кусочки. Так, и впереди у нас будет босс. Кто же это будет? Я чуть не успел посмотреть, кто же это будет у нас. О, что это у нас такое? Костяная лапа? Так, а это что такое? Увеличение параметров на 6. Атака. Это рваные раны будут. И здесь у нас увеличение параметров тоже на 6. Рваные раны звучит как-то даже, ну, страшнее, да? Давайте тогда мы возьмем рваные раны, я думаю, да? Вот это вот будет. Что это будет? Во что у нас волчонок превратится дальше? О, бог ты мой! Вот это разрушитель! Защитный пузырь! Защитный пузырь у нас будет, да? Против рогатой, рогатого зубоскала. Это будет муха, да? Защитный пузырь и рогатый зубоскал сойдутся в финальной схватке. Так. Ну что? Сразу же яд-то нас накидывает. Подождите, прям в самом начале. Он дерзкий такой уж, да? Сразу же накидывает на нас яд. Это босс, ребята, это босс. Поэтому я не знаю, мне прям уже страшно становится. Как против него мы будем биться? У него 300 здоровья. Посмотрите, насколько у него здоровья больше, чем у меня. Давайте мы нанесем на него атаку. Проверим его на вкус, так скажем, да? Попробуем немножечко нашего рогатого зубоскала. Он двойной яд на нас навешивает. Посмотрите, что он творит. Он 2 яда на нас навесил. У нас уже почти половина здоровья отнялось. Это невероятно. Так, я предлагаю накладывать на нас лечение. Как бы магазин бы не пришлось бежать сейчас за аптечкой. Ёлки-палки, что он творит? Жесть какая, а? Так, погоди, мне нужно лечение какое-то. Вот, например, вот такой укус с лечением. Давайте это сделаем. Ёлки... Обалдеть! Он почти нас слил! Это невероятно! Так, еще укус с лечением. Нам бы что-нибудь со станом, чтобы его остановить. Посмотрите его дикую атаку-то, а? Так, он стан на нас накладывает! Это ужас! Нам нужно срочно лечиться, друзья. Нам нужно очень срочно лечиться. Я предлагаю взять аптечку. Это у нас стоит 150, это недорого. Но, тем не менее, у нас, по крайней мере, какие-то появляются шансы. Хотя бы все-таки против босса немножко нужно подлечиться. Немножечко кританула. Невероятно. Это просто невероятный чувак вообще. Так, давай еще. Кусаем и лечимся. Восстанавливаемся. Смотрите, он накладывает на себя лечение. Так, немножко нужно его как-то остановить. Давай еще бьем его. 45, здоровьишко мы ему спустили немного, немного, да. Рогата зубоскала вообще, ребята, жесткий босс. Это, по-моему, самый сложный, который нам приходилось биться. Так, я предлагаю, наверное, нам опять строить небольшое лечение. Давайте лечимся. Он у нас накладывает яд. Дальше смотрим за его ходами. О, бог ты мой, блин, он у нас накладывает стан опять. Да как же так-то, а? Это невероятный просто чувак, вообще жесть просто какая-то, а? Просто какая-то жесть. Так, давай стан на него накидываем. Отлично, появился хоть какой-то ударчик, который нас накидывает стан, это, блин, хоть хорошо. Так, восстанавливаемся немного. Что же мне делать-то, а? Нужно накладывать лечение. Давайте мы еще придется аптечку купить, это вообще ужас какой-то, это просто реальный ужас, тихий при том. Так, еще лечение накладываем. Нам нужно восстанавливать здоровье, потому что иначе, ну, ребята, никак. Это жесточайший босс. Рогатый зубоскал. Так, давай когтями его. Когтями мочи. Вот так вот, да, хорошо, отняли ему. Смотрю, он опять почти восстановился полностью. О, нормально. Хоть что-то выпало сейчас достойное, а то вообще же ничего не выпадало. Ё-моё, крит! Критануло, да еще и стан наложил. Обалдеть. Давай, вылечивайся, пожалуйста. Так, стан. Давай, бей его. Отлично. Хорошо, у него станчик стоит. Так, мы вылечимся, нет? Можно его укусить сейчас. Ну, пожалуйста, убей этого рогатика. Да. Открытое достижение. Чемпионат Европы, типа Кубок Европы мы завоевали.
Фух, давайте выберем, например, слева. Что-то думаю, что слева что-то должно выпасть довольно прикольное. Так, что нам выпадает? Стоимость обновления способностей в этот ход будет равняться 0 маны. Так, ну здорово. Окей, ты уже пробовал усилитель иголок. Зайди в магазин, чтобы узнать подробности. Что за усилитель иголок у нас? Отражение урона 70% на 4 хода в начале боя. Действует 10 раз. Довольно прикольная штука, но у нас пока столько бабла, ребята, нету. Наш защитный пузырь сегодня завоевал еще один кубок. У нас что-то открывается еще челлендж какой-то, да? Секретная лаборатория, что это значит? Это куда-то мы еще попали. Посмотрите, есть мировой кубок, есть челленджи какие-то другие, да? Сюда заглядываем, что здесь такое. Create new mutant, mixing some genes. А создай нового мутанта... С новыми какими-то генами, да? Ох, нифига себе. Я могу Drag Jeans положить сюда что-нибудь. Отсюда, например, голова калибри или голова бегемота, например, давай сюда. А дальше чем? Потом это что такое? У нас голова гремлина, гоночные лапы, лапы богомола, голова калибри, длинные ноги, голова крысы. Механический мозг. Оба, лапки мухи. Так, дальше. Если я еще две головы, например, положу сюда. Так, что-то здесь без перевода у нас идет. А, то есть голова. Потом броня у нас получается. Мы создаем какого-то, то есть вообще уникального монстра, да. Мех тела, мина ноги, железные лапы, скелет, огненный нарост, гребень динозавра, тело крысы, ядовитые бородавки и колючая шерсть. Не знаю, что выбрать. Огненный нарост, например. Давайте огненного какой-нибудь сделаем. И что-нибудь еще такое, прям гребень динозавра, вот скажем, вот так. Дальше. Теперь сюда надо переходить, да? Здесь что? Лавовый разлом, гипнотические бабочки... Хвост бобра, защитный барьер, яркое жало, огненный вулкан, красные фильтраторы, трезубец, облако яда. Облако яда, конечно, давай. Так, и еще что-нибудь такое, огненный вулкан, пусть у нас немножко будет огненный. Так, и спешл, это что такое? Рептилоид, длинная шерсть, хвост феникса. Хвост скорпиона, тигровое тело, ядовитый змей, клювогриф, прыгучая лапа, иглы дикобраза. Так, ядовитый змей, естественно. И еще, чтобы тигровое тело, допустим, звучит прикольно. Или, например, хвост скорпиона. Во! Мутация. Бам! Ёлки-палки, что это? Закрученная гремлинша, получается. Атака 74, 8% крита, лечение 126, жизни 845, защита 9%, уворот 13, это просто машина убийства. И что же с ней делать-то дальше? Ребят, давайте это посмотрим в следующей серии. Если вам нравится Mutant Fighting Cup 2, обязательно ставьте лайк, игрушка просто зачетная, обалденная. Ребят, жду ваших комментов по этому вот поводу, почему у нас получился, есть мировой чемпионат, есть какой-то челлендж. Что мы вообще создали, ребят? Пишите в комментариях, и хотели бы увидеть, как эта тварь вообще будет биться. А я буду с вами прощаться, с вами был Родригес, успехов, удачи и до новых встреч, всем счастливо и пока-пока!